Здравствуйте, любители пленочных фотоаппаратов. Артур вместе с Федом Миклом выслал еще видоискатель. Вот такой дальномер, видоискатель. Но он весь мутный и слегка разъюстирован. Ну, то есть моя задача привести его в порядок. Так, это выглядит. Интересный видоискатель. Меняется лапка, угол наклона лапки. Сейчас покажу ближе. Я вращаю. Также мне показать. Вот так попробую, да? То есть я вращаю, лапка меняет свое положение. Но когда это все стоит на аппарате, то есть тоже видоискатель вместе с регулировкой, то есть он уходит вверх-вниз. Это очень удобно для серьезных объективов, для серьезной оптики. Вот такой интересный видоискатель. Так, ладно, разбираем, чистим, моем, приводим в порядок. Хорошая вещица, только мне непонятно, нафига ее немцы склеили. То есть шов посредине, он залит, то есть все это заклеено. И как его разобрать, короче, такая головоломка. Не хочется сильно внешний вид ей портить, штуковине этой. Но с другой стороны, как-то же нужно в него попасть внутрь. Ладно, будем что-то думать. Удалось разобрать дальномер. Но мои действия были похожи, как в фильме «Формула любви», когда крестьянин там крутил карету. Примерно то же самое было. И зачем же они это сделали? То есть, ну, тем не менее, все удалось разобрать. Сейчас я его приведу в порядок, почищу, помою. И будет он как новенький. Продолжаю дальше. Удалось все вычистить. Получился очень даже симпатичненький. Довольно светлый он был, весь такой в налете, мутный внутри. Такой вполне нормальный видоискатель. Такой, в принципе, очень даже неплохой. Ну все, ремонт, чистка закончена. Конечно, он был сбит, пришлось подъюстировать. Ну, сейчас все работает нормально. Все, ремонт окончен. Всем удачи, до новых видео.